Привет, друзья! Итак, всем напоминаю, что находимся мы сейчас вот в этом плейлисте. Запоминайте, пожалуйста, эту картинку. И в этот раз я с огромным удовольствием для вас исполню старую-престарую песенку, легендарную песенку, которую знают очень многие музыканты, особенно джазмены. И называется она «St. Louis Blues». Ну, то есть, что такое Сент-Луис? Это американский город в штате Миссури. И, кстати, назвали его французские колонисты в честь короля Людовика IX. Ну да ладно. Самое главное, что впервые спела и записала на грамм-пластинку эту вот самую песенку американская певица Бесси Смит. И было это, представьте себе, еще в 1925 году. Я сказал на грамм-пластинку. А как вы думаете, на чем воспроизводили в то время звук с этой самой грамм-пластинки? На ноутбуке? Или на персональном компьютере? О-о-о! Взгляните сюда! Вот это и был тот самый музыкальный компьютер того времени. И назывался он граммофон. Ну, еще вот что. Пожалуй, вам станет ясно, что сделал я свой собственный вариант этой песни. Ну, то есть перепел ее по-своему в современной аранжировке. А оригинал вы можете послушать по ссылке, которую я даю здесь в описании под этим видео. И прошу всех вас, не принимайте мою пламенную речь в качестве лекции. Я не лектор, я все-таки скорее автор и музыкант-мультиинструменталист. Ну и еще, ну что, ну, немного умею петь. А лекция... Это дело, ребята, очень серьезное. Мы еще с вами за знакомство. Голубчик, у меня лекция. Лекция, спасибо, голубчик. Пожалуйста, я очень увлекаюсь астрономией. Все-таки космос. Космос. Это... Голубчик, у меня же лекция. Будьте здоровы. Ну что ж, итак, друзья... Я поздравляю всех с праздником. Смотрим и слушаем все вместе. St. Louis Blues. Поехали! It makes me think of
last long.